Добрый день. Значит, мы находимся у входа на еврейское кладбище Биржая. Кладбище, по всей видимости, начало заполняться где-то, как мы сейчас думаем, в 17 веке. Но те надгробия, которые мы находим, почти все относятся к 19 и началу 20-го. Здесь поставлены колышки с разделительными линиями через каждые 10 метров, такие квадраты. Это установили участники нашей экспедиции вчера, размечая этот участок для нанесения надгробий на карту. Итак, мы находимся на участке, который относится к межвоенному периоду. В этот период практически исключительно, как видите, надгробия стоят рядами, очень плотно. К этому моменту уже на кладбище было достаточно мало места. Надгробия, как вы видите, имеют характерную форму таких сапожков. Эта форма на этом кладбище укоренилась, начиная примерно с середины 19 века, и уже практически не менялась, оставалась доминирующей до последнего времени. В общей сложности за эту экспедицию мы успеваем проработать два участка, на каждом из которых примерно по 200-220 надгробий. Наша нумерация носит достаточно условный характер, и она нужна просто для того, чтобы координировать работу большого количества людей. Есть у нас часть группы, которая читает надписи, часть группы, которая фотографирует, часть группы, которая обмеряет памятники, часть группы, которая наносит их на карту. И каждому измерению, когда мы добавляем любую информацию про памятник, указывается обязательно его номер, который мы используем для идентификации. Это местный камень, необработанный, как видите, и на нем даже не шлифованный. И вот на него, как есть, нанесены буквы, нанесен текст. Что же здесь написано? Пейнун он итмена. Здесь сокрыто, здесь покоится. Гайша, женщина. Это мэра. Это ее имя. Нифтера, умерла. 26-го. Каф, ваф. В еврейской традиции числа записываются еврейскими буквами. И над каф, ваф вы тоже видите такую тильдочку. Нам помечают тем самым, что это не нужно читать как ку, как буква А. Нужно относиться к этому как к числу. Традиционно надгробия должны смотреть к Иерусалиму, потому что они с точки зрения еврейской традиции носят такой двоякий характер. С одной стороны, кладбище называется Бейс Ойлом, это можно перевести как дом народа, то есть там, где находится большинство народа в каждый данный момент, в телесном воплощении, да? А с другой стороны, это переводится как дом вечности. Кладбище это до некоторой степени, с точки зрения еврейской традиции, временное пристанище, потому что есть концепция воскрешения мертвых в мессианские времена, и, соответственно, нужно встать и очень быстро пойти в Иерусалим. Вот. И чтобы не перепутать направление, камень сразу ставят в правильную сторону. Как видите, эти надгробия ориентированы другим образом. И вместе с тем они достаточно отличаются от надгробий, которые мы видели там. Значит, видите, здесь текст обрамлен. Для нас, кстати, до сих пор остается загадка, какой именно это год. Мы понимаем, что он не очень ранний, достаточно поздний. Но год здесь зашифрован, и мы пока что не смогли расшифровать, потому что по сумме численных значений букв получается существенно больше, чем могло быть. Все очень, очень интересно, удачно выбрано место. Вопрос о выборе места. Обычно выбирали место у воды и пытались найти место, которое чем-то отделено от остального города, чтобы была какая-то, в соответствии с древним представлением, чтобы была какая-то граница, отделяющая так сказать, мир живых и мир мертвых. И старались сделать именно на возвышении. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrter Herr Rabbiner, sehr geehrte Gäste aus Deutschland, Russland, Belarus und Litauen. Wir erinnern uns heute an die Massenerschießungen im Wald von Pakamponis vor genau 72 Jahren. На русском языке я с тобой могу говорить. Я не знаю. Но мы хотим на идише тоже. Хорошо. Идиш я не говорю 40 лет. Не с кем говорить. Мне все спрашивают, как ты мог убежать? Так я же рассказывал. Дай руку на прощание. Я одному бы дал, вторую руку они мне в машину.
которая и машина поехала, и я с ним уехал. Так ну, я в да, России да, оказался. Ну, ну, Россия черная, белая, всякая. Он читал журналы, закрывался в комнате отдельно и громко читал и говорил, что вот меня зовут, вот свой язык. Der Macht ist entschieden geworden, geschlossen. Der Tate ist geworden, der Mame ist kosten. Ai, da, 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 da,